Человек-паук или герой сказки «Муха-цокотуха»? Саратовцы активно обсуждают фотографии членистоногого, которые сделал один из жителей города. Снимки опубликовали в социальных сетях. Большинство из пользователей с ужасом восприняли известие о том, что в наших широтах водятся такие виды пауков. Многие саратовцы начали перебирать варианты, что это может быть за насекомое – тарантул или крестовик. Однако в основном горожане приходили в ужас от фотографии и оставляли комментарии такого рода. «Я бы орала и бежала, куда ноги бегут. Какой ужас! От одного вида только!» Были и странные предположения, что членистоногая может быть саратовским человеком-пауком или потомком злодея из сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха». Однако один из самых частых вариантов, которые озвучивали подписчики интернет-паблика, что паук относится к виду южнорусского тарантула.